Дорожный коллапс. Двор одного из домов на Пирогово превратился в автомагистраль. Неподалеку идет ремонт перекрестка. Вот водители и проложили себе объездной путь, что вызвало возмущение жителей. Остановить транзитный поток пытался городской дозор. В связи с ремонтом перекрестка Татищева-Мельникова водители вынуждены искать пути объезда. К возмущению местных жителей транзитный поток облюбовал себе этот двор. От такого трафика у жителей уже голова идет кругом. Теперь люди, выходя из подъезда, сразу же попадают на проезжую часть. Также садик рядом, и дети бегают, то есть все что угодно может случиться. И очень неудобно, то что сейчас очень много здесь, так как транспорта стало, то есть и задымленность идет. Как вернуть транзитный поток в прежнее русло, местные не знают. Ведь в тупике оказались и они, и автомобилисты из-за ремонта дороги. Едут вдоль дома с той стороны, потом же там тупик, они не знают об этом. И возвращаются уже через двор сюда. И выезжают обратно в туда же, откуда вернулись. Мы специально проехали по этому маршруту. За нами увязалось еще несколько машин. На вопрос, зачем вы едете через двор, у всех водителей один ответ. Заблудились просто. Да заблудился я, еще пытаюсь выехать. Ага. Мы думали, туда он навигатор нас туда отправил. Плутают шоферы по незнанию. Информационный щит, на котором указаны пути объезда, стоит за реконструируемым перекрестком. Потому внимание на него мало кто обращает. Мы обратились за помощью к строителям, обрисовав им ситуацию. Ремонтники обещали поставить блок. Там мы поставим, значит. Спасибо за помощь, но это скорее исключение из правил. Обычно в таких случаях следует обращаться в управляющую компанию. Но для того, чтобы установить блок, коммунальщикам от жителей требуется решение общего собрания собственников. Юрий Шумков, Николай Косарев, «Городской дозор».